إذن عندنا أمور خاصة بالذكور، أمور خاصة بالإناث. Мы понимаем то, что есть какие-то вещи, которые присущи только мужчинам или мальчикам, другие только женщинам или девочкам. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني جميع الإنس خلقوا من آدم عليه الصلاة والسلام وآدم من تراب. الله سبحانه وتعالى сказал, что он тот, который создал вас из единой души, имея в виду из Адама, а Адама создал из глины. وخلق منها زوجها، يعني حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. Говорит, и из него создал пару ему, имея в виду Хава. Хава была создана из ребра Адама عليه الصلاة. فلا يمكن يقول الشيخ الأمين الشنقيطي أن الإنسي يتزوج إلا بإنسية فقط. ما يمكن يتزوج جن بإنسية أو العكس. نعم. Поэтому, как сказал шейх Мухаммад Амин аш-Шанкити, говорит, невозможно, недопустимо то, чтобы человек женился, кроме как на подобному себе, то есть на человеке. Недопустимо, что человек женится на джинне и так далее. لماذا كان الزواج؟ А в чем цель женитьбы вообще? سكون شهوة وسكون مودة ورحمة. Во-первых, говорят, чтобы притупить свои страсти, утолить свои страсти. Во-вторых, что любовь и милость. فالشهوة لا تنقطع إلا بالحلال، بالنكاح أو بالتسري. Страсть, она не может быть утолена, если так можно сказать, кроме как дозволенным. Это либо никах, либо это... المهم. الثاني عندنا سكون المودة والرحمة. يعني الرجل يحتاج إلى زوجة حتى يسكن إليها يرتاح. كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي في غار حراء وخاف ما ذهب إلى عمه إلى قبيلة العشير ذهب إلى زوجة خديجة رضي الله عنها. Важна основная цель никаха, чтобы успокоение, милость, любовь. И поэтому вы видите, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда Джибриль, алейхиссалям, к нему не спасался, он не побежал ни к дяде, ни еще, побежал к жене, чтобы найти успокоение своей супруги. فلا يمكن أن الفطرة تنحرف بهذا الشكل أن الرجل يعني لا يرجع إلى الزواج الصحيح وإلى السكون. نعم. И недопустимо, что фитра человека допускала то, что он направляется куда-то в другую сторону, кроме как в дозволенную, как никах и вот спокойствие, любовь и так далее. В нем. نعم. نعم. المرأة لابد لها حق في أن تتزوج. كذلك الرجل. То есть у женщины есть право, чтобы выйти замуж, так же мужчина. نعم. فإذا تزوجت المرأة هذا معناه أن أعطيناها حقوقها. Когда женщина выходит замуж за кого-то, то есть мы должны отдавать ее права. وَإِذَا جَعَلْ هَؤُلَا أَنَّ الرَّجُلْ لَا يَتَزَوَّجْ بِالْمَرْأَةِ. То есть когда они... يَذْهَبْ إِلَى الْحَرَامِ معنى هذا أنه حرمنا المرأة من حقها. وهم يقولوا نحن نعطي المرأة حقوقها. نعم. Да, когда люди допускают, что мужчина не женится на женщине, получается, тем самым он лишает эту женщину ее прав, а в то же время говорят, что мы наоборот отдаем им права, восстанавливаем права женщин и так далее.